Все автомобили проезжают строго по специально обработанным опилкам, а грузовой транспорт инспекторы тщательно осматривают. На всех въездах в село Теменьчи дежурят стационарные санитарные посты. Такие меры приняты из-за того, что на территории Брянской области зарегистрирована африканская чума свиней. 30 января текущего года на территории Тульской области ООО «Лазаревская» была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. На территорию нашей Брянской области из данного хозяйства трижды в течение января месяца были направлены три партии, значит, убойных свиней в адрес коллективно-фермерского хозяйства «Львов», которое расположено в Брянском районе. Специалисты взяли пробы и провели три экспертизы. Заключительная в городе Покров подтвердила наличие вируса. Сам же владелец хозяйства говорит, что никаких признаков наличия заболевания у свиней заметно не было. За это время вот у меня не было падежа, ни одной головы. Вот. Все животные были здоровые, сытые, ну, в должном виде они были. Так что я не мог увидеть то, что они больны. Ну, экспертиза показала. После того, как стали известны результаты экспертизы, сотрудники Россельхознадзора и Управления ветеринарии немедленно приняли карантинные меры. Вся продукция свиноводства данного хозяйства была уничтожена. Утилизирована вся продукция, которая находилась, и сырье на убойном пункте переработки, в цехе переработки. После этого были бескровным методом забиты 173 головы свиней живых, которые также были помещены на утилизацию с учетом методом сжигания. За уничтоженную продукцию и поголовье владельцу хозяйства будет выплачена компенсация. Так как до меня довели, Николай Васильевич Денин обещал сделать компенсацию за вес, по весу от 80 до 83 рублей за килограмм. Что могу сказать? Африканская чума. Если ее в зачатке не уничтожить, то распространится по всем территориям. И падеж животных будет и в других местах. Так что как? В общем, переживаю, но что сделать? Сейчас определена так называемая первая угрожаемая зона, где наиболее велика вероятность распространения вируса. В эту зону входят 8 населенных пунктов. Теменичи, Новопокровский, Трубчино, Успенский, Октябрьский, Тиганово, Путь Ленина, Елисеевичи, Колтово и Меркульево. Здесь на учет поставят все свинопоголовье, которое есть в личных подворьях. Хозяевам запрещено самим убивать животных и вывозить мясо за пределы населенных пунктов. После всех мероприятий, если новые вспышки не будут выявлены, карантин снимут. Евгения Павлюкова, Ярослав Кулаков, Дмитрий Комаров. События, Брянский район.